початку конкурсу «Міс Суми 2014» залишилося менше 5 годин. У дівчат попереду ще півдня хвилювань. А за цей час потрібно встигнути зробити макіяж та зачіски, які вже ввечері оцінюватиме сумський глядач. Вечір ікс. У сумчан святковий настрій. Вишукане вбрання та аксесуари Суми накрило красою. Сьогодні подивитися на конкурсанток «Міс Суми 2014» прийшла вся богемна тусовка міста. Сегодняшний праздник мы посвящаем женщинам нашего города в преддверии 8 марта. Потому что весна – это праздник, это хорошее настроение, это улыбки, это цветы. Поэтому цветы, которые выросли в нашем городе, это наши участницы. Я думаю, что зрители получат массу удовольствий, увидев сегодняшнее шоу. Жюри, я думаю, будет очень объективно и правильно подходить к выбору финалистки. К сожалению, в этом году с Киева никто не приехал по соответствующим причинам. Поэтому на нашем жюри большая ответственность выбрать правильную мисс, чтобы она вписалась в состав участниц «Мисс Украина». Поэтому хотелось бы сказать огромную благодарность нашим партнерам и телевидению, конечно, которое нас очень активно снимало в этом году, за поддержку. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, наши милые, дорогие и очаровательные женщины. Мы от всей души искренне рады приветствовать вас на ежегодном замечательном празднике весны и красоты. Конкурсе «Мисс Сумы 2014». Ну, наверняка я выражу мнение многих присутствующих в зале, что действительно так хочется в это тяжелое для страны время, в это смутное время отвлечься от экранов телевизора, где постоянно мы слушаем очень тяжелую информацию. Хочется отвлечься и полностью окунуться в мир молодости и красоты. И наверняка каждый в душе из нас надеется, что именно красота спасет мир. Наверное, эта пословица сейчас как нельзя кстати для нашего сегодняшнего конкурса и для всех событий нашей Украины. Поэтому, дорогие друзья, сегодня давайте отвлечемся от всех жизненных перипетий, отвлечемся от всех тех тяжелых ситуаций и действительно полностью окунемся в мир прекрасного. Ежегодный конкурс красоты «Мисс Сумы» проводится 9-й раз. Конкурс проводится в рамках национального конкурса красоты «Мисс Украина». Сегодня мы все с вами сделаем еще один шаг в мир красоты, станем свидетелями коронации самой красивой девушки нашего родного города Сумы и Сумской области. Вы первые узнаете имя победительницы. Именно она будет представлять наш город и нашу область на самом главном конкурсе страны. В финальном шоу 14-го национального конкурса красоты «Мисс Украина 2014». Дорогие друзья, ваши аплодисменты, и мы начинаем!
these ugly scars. But right now I don't care about that part. I'll bust the windows out your car after I saw you laying next to her. I didn't wanna, but I took my turn. I'm glad I did it, 'cause you had to learn. I must admit it helped a little bit to think of how you feel when you saw it. I didn't know that I had that much strength, but I'm glad you see what happens with it. And you see you can't just play with people's feelings. Tell them you love them and don't mean it. You'll probably say that it was juvenile, but I think that I deserve to smile. I bust the windows out your car. You know I did it, 'cause I left my Дамы и господа, ваши аплодисменты нашим участницам. Вот они, красивые, юные, успешные. Именно они сегодня будут покорять эту сцену, покорять ваши сердца. Именно от вашей поддержки зависит успех каждой из них. Ну а сейчас, я думаю, что мы с большим удовольствием познакомим всех зрителей и наше многоуважаемое жюри, конечно же, с нашими очаровательными участницами. Они готовы, и мы начинаем. Итак, под номером один у нас сегодня блистает Яна Вязовская, 20 лет, рост 182 сантиметра, студентка Украинской академии банковского дела. Увлечение. Путешествия по городам Украины, фитнес, горные лыжи, научная деятельность, мечты и цели, собственный бизнес и большая счастливая семья. Аплодисменты. Участница под номером один. Це був перший твій вихід, так, перед публікою, перед такою, як ти себе почуваєш? Спочатку дуже волновалась, але потім, мабуть, вийшла волну зала, перейняла їхню енергетику і просто кайфувала, якщо чесно. Це мені подобається, це ужасно подобається. Учасниця під номером 2 – Катя Котенко, 16 років, рост 177 см, учасниця школи номер 23. Увлечение. 6 лет занимается баскетболом. В свободное время любит отдыхать в компании интересных людей. Интересно, какие же это интересные люди? Мечтает реализовать себя в любой сфере деятельности. Мечтает о беззаботной жизни для своей семьи и для окружающих. Собственно говоря, вот такая мечта у девушки, участница под номером 2. Тільки що ти була там на сцені, як ти себе почуваєш? Я дуже переволновалася, я навіть не чекала від тебе, що я так можу волноватися. Я не знаю, я за кулісами сиділа і думала, головне взяти себе в руки. Але коли я вийшла, коли відкрилась занавес, я побачила, скільки людей дивляться, у мене все. Я починаю волноватися, я не можу улыбатися, у мене губи трусяться. Емоцій дуже багато, і позитивних, і негативних. Ну, негативних немає, позитивних, тільки позитивні емоції. Участница под номером 3 – Настя Петренко, 21 год, рост 174 сантиметра, студентка Сумского национального аграрного университета. Увлечение – волейбол, лыжи, ролики, велосипед. Любит готовить и вести активный образ жизни. Хочет найти интересную престижную работу по душе. В будущем хочет создать семью. Вот такие семейные у нас сегодня участницы. Як тобі там було тільки що? Страшно, но одно і в то же время очень классно, очень много позитивных эмоций. Я в восторге просто. Участница под номером 4. Лена Хряпина, ваши аплодисменты. 20 лет, рост 174 сантиметра, студентка Сумского государственного университета, факультета экологии.
Занимается спортивной аэробикой, увлекается кулинарией, любит путешествовать. Мечтает посетить Европу, иметь большую дружную семью. Считает, что в жизни важно стать успешным человеком. И нужно всегда двигаться вперед, использовать все шансы, подаренные судьбой. Скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш зараз? Чесно? Дуже нервничаю, дуже сильно нервничаю. Ну, я пытаюсь собратися так, щоб все вийшло, тому що нерви мішають на самом деле, дуже нерви сильно мішають. Ну, пытаемся, боремся, все буде хорошо, надіюсь. Учасниця під номером 5, Дарина Солдатенко. 16 лет, рост 174 сантиметра, учащийся Сумской школы. Для талантливой молодежи. Занимается вокалом и играет на фортепиано. Посещает тренажерный зал. В будущем мечтает открыть свое собственное кафе или ресторан. Аплодисменты нашей очаровательной Дарине. Итак, участница под номером 6. Катя Муха, 18 лет. Рост 173 сантиметра, студентка Сумского государственного университета. Увлечение – экстремальные виды спорта, изучение иностранных языков. Мечтает самореализоваться в жизни, путешествовать по миру. Хочет выиграть конкурс «Мисс Сумы 2014» и доказать на «Мисс Украина», что сумские девушки – самые лучшие. Катя, як ти себе почуваєш? Нормально, ноги чуть трусятся, а так все хорошо. Родители поддерживают и друзья. Итак, участница под номером 7 Илона Резенко. Ваши аплодисменты. 19 лет, рост 173 сантиметра, студентка Сумского национального аграрного университета, закончила художественную школу, любит путешествовать, занимается в тренажерном зале, мечтает посетить Султанский дворец Топкапи в Стамбуле, хочет добиться успехов в жизни и стать независимой. Ну что ж, аплодисменты, пожелаем успехов в посещении дворца Топкапи. Хочет стать, наверное, современной Роксоланой, дорогие друзья. Илон, скажи, как тебе тика, что было? Ой, столько эмоций вообще, это нереально, мне очень так понравилось, это такое ощущение невероятное, просто невероятное, слов нету. У нас участница под номером 8. Алена Влеско, ваши аплодисменты, 17 лет, рост 173 сантиметра, студентка СумГПУ. Любит активно и весело проводить время с друзьями. Нравится путешествовать и узнавать что-то новое. Предпочитает разнообразие во всем. Мечтает добиться успеха в жизни своими силами, не зависеть от других. Если бы была возможность, посвятила бы свою жизнь только путешествиям. Она уже пошла путешествовать, мои дорогие. Как твоя подорож? Уже здесь, за кулисами. Все, нужно бежать, переодеваться. Следующий выход. Ну что ж, а у нас дальше участница под номером 9. Аня Чернышова, ваши аплодисменты. Ане 17 лет, рост 173 сантиметра, учащаяся в гимназии номер 1. Свободное время от учебы, время проводит с пользой. Она занимается спортом, читает интересные книги, смотрит хорошие фильмы, часть времени проводит с друзьями. Мечтает стать успешным человеком, хочет много путешествовать, увидеть мир, узнать много интересного. Прямо не конкурс красоты, а клуб путешественников, дорогие друзья, так и хочется сказать. Мечтает путешествовать буквально каждая. Ань, чому засмучена? Чому? Все добре, просто це був перший вихід і звикаєш до залу. От все, зараз звикла і на другому виході, я думаю, все буде добре. І так учасниця під номером 10. Це Женя Пархоменко. Очаровательная блондинка, 17 лет, рост 173 сантиметра, студентка Сумского государственного университета. Увлечения – танцы, рисует портреты, а также занимается организацией различных студенческих мероприятий и вечеринок. Мечтает, знаете о чем? Хочет стать лидером, добиться успеха в сфере рекламы. В будущем хочет иметь большую дружную семью. С детства мечтает посетить Венецию. Очень надеется, что это скоро сбудется, дорогие друзья. Вот так вот. А у нас дальше участница под номером 11. Юлия Кульбацкая, ваши аплодисменты. 18 лет, рост 173 сантиметра, учащаяся колледжа Сумского национального аграрного университета. Увлечение, свободное время, может
быть тихой и спокойной, вышивая крестиком картины, а иногда энергичной, когда занимается волейболом или настольным теннисом. Любит, как и все, путешествовать, дорогие друзья. Мечтает стать высококвалифицированным юристом, быть полезной в обществе, вышить рушник своими руками на свадьбу и иметь, благодаря этому, богатого жениха и счастливую сім'ю. Скажи, будь ласка, як тобі тільки що було там стояти? Ну, як сказати, було дуже добре, але із-за того, що нерви, переживання, дуже... Улыбка. Трясется улыбка. Я не могу. Думаю, не было помітно, що трясеться посмішка. Дякую тобі. Я надіюсь. Ну, наконец-то, учасниця под номером 12. Есть у нас учасниця под номером 12? Есть. Это Богдана Токарь. 17 лет. Ваши аплодисменты ей. Рост 172 сантиметра. Также учащаяся колледжа Сумского национального аграрного университета. Увлечения, спорт, фотография, музыка, путешествия, отдых на природе, мечты, снять веселую комедию, совершить прыжок с парашютом. Собственно говоря, ну что, хочется добавить, тоже мечтает посетить Венецию. Это я уже от себя, так вот, на правах рекламы. Участница под номером 13, Дана Павленко, 18 лет. Рост 172 сантиметра, также учащаяся колледжа СНАУ. Увлечение, изучение иностранных языков, шейпинг, шопинг, современные танцы, большой теннис и фотография. Цель в жизни – получить хорошее образование, совершенствовать иностранные языки, путешествовать, конечно же, по миру, прыгнуть с парашютом. Вот. Заветная мечта – создать благотворительный центр по оказанию юридической и правовой помощи тем, кто неудачно прыгнул с парашютом. Девиз «Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты». Расскажи, как тебе с таким счастливым номером? Мне очень классно, безумное ощущение, очень нравится. Побежала переодеваться. А участница под номером 14, Влада Коплик. Ваши аплодисменты, 18 лет. Рост 173 сантиметра, студентка СОМГПУ, увлечение, закончила музыкальную школу, любит исполнять как классическую, так и современную музыку на фортепиано, нравится рисовать. Вот такая художница и творческая натура наша Влада. Мечтает совершить путешествие с друзьями и хочет увидеть, вот это уже серьезные запросы, 7 чудес света, а также другие интересные уголки на земле. Да почему оголошивают, ты уже тут. Какие эмоции зараз відчуваєш? Трошки перенервувала. Але нічого. Готуйся тоді. Итак, учасниця под номером 15. Наконец-то Марина Короткая. Одна из самых младших учасниц. 16 лет. Рост 171 сантиметр. Учащаяся школы номер 7. Увлечение. Любит читать, готовить, изучать языки, путешествовать, танцевать. Любит все, что ее окружает. Хочет открывать другой мир, познавать жизнь, расширять свой кругозор, развиваться, дорогие друзья. Увлечения должны приносить всегда радость и удовольствие. Вот тут я с ней согласен. Хочет стать хорошим психологом, помогать выходить людям из трудных ситуаций, чтобы все люди в мире были счастливы. Самая большая мечта – иметь крепкую семью. Вместе ездить на отдых и, конечно же, путешествовать. Абсолютно правильно. Марин, ну розкажи, як тобі тільки що було? Все супер, просто супер. Емоції не забуваємо і переповняють мене. Я не можу спокійно. Скажи, а ти справилася з кругом? Так хвилював? Да, все отлично, все вийшло. Зря я переживала. Учасниця під номером 16. Це у нас Наташа Дрьомова. 18 лет. Рост 171 сантиметр, студентка строительного колледжа. Увлечение. Занимается 8 лет в музыкальной школе по классу фортепиано. Классического образования дама. 2 года в гимнастике, 2 года в хоккее на траве. Соответственно, любит животных, мечтает построить приют для животных и реализоваться в жизни. Ваши аплодисменты участницы под номером 16. Таш, скажи, как ты себя почуваешь? Все хорошо, первый выход прошел неожиданно так. Удався первый выход? Не знаю, я как-то так в каком-то тумане была, такое чувство. Ну и, наконец, участница под номером 17. Алевтина Шамрай, 18 лет, рост 170 сантиметров, студентка Сумского государственного университета, медицинский факультет. Хотелось бы сейчас ее представить, конечно же, в костюме, но не медсестры, а как
минимум главврача. Увлечение спорт – это самое главное в ее жизни. Около 10 лет занимается лыжными гонками и догнала, и достигла хороших результатов. Также увлекается йогом и чтением книг. Главная цель – успешно окончить университет, реализовать себя как врача-педиатра. Ну, я думаю, тоже добавлю от себя, путешествовать тоже хочется, да. Первый выход очень волновалась, но потом, когда уже вышли на сцену, увидели зрителей, стало все уже так спокойно, и пытались улыбаться и быть уверенными в себе. Ну и, наконец, девушка, которая выстояла все представления других, это Маргарита Сахно, участница под номером 18. Рост 170 сантиметров, студентка Сумского государственного университета. Увлечение, фитнес, мода, путешествия, вокал. Мечтает в будущем открыть свой бутик одежды, озеленить город, построить много детских площадок. Любит готовить, хочет жить в Монако. Вот такая вот патриотка нашего родного города Сумы, дорогие друзья. Скажи, будь ласка, як ти справилася? Да, я надеюсь, что все получилось. Все хорошо, чуть-чуть волнуюсь, но все хорошо. Дорогие друзья, встречаем аплодисментами наших очаровательных участниц конкурса красоты «Мисс Сумы 2014». Встречаем! D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'enfance, où j'ai des souvenirs d'enfance. Lénine Platz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure. D'Allemagne, l'avenir est une aventure. Je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, puis d'Arsène, Lily Marlène, reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans l'autre Allemagne. À l'heure où Colombée vaut tour, c'est la frontière vous рассує. За кулісами театру повітря наче відчувається на дотик. І хоча це вже друга спроба дівчат сподобатися глядачу та журі, конкурсантки все одно нервують. D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincères. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, plus violent, les violons jouent toujours plus lent, des valses viennoises ordinaires. Ah, vie d'Arsène, Lily Marlène, reparlez-moi des roses gothiques qui m'accompagnent dans notre Allemagne. À l'heure où frontière vous Ich habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. D'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Ah, wiedersehen,
d'Allemagne. L'histoire passée est une injure. L'Allemagne, l'avenir est une aventure. L'Allemagne, je connais l'essence interdite. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, puis d'Arzay, Lili Marlène, repars les moires des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans l'autre Allemagne à l'heure où Colombée Vautour s'éloigne de quel côté du mur la frontière vous. J'ai des histoires d'amour sincère. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. L'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Oh, puis d'Arzay, Lili Marlène. Дорогие друзья, но то, что я видел за кулисами, затрудняет мою возможность выйти на сцену, поэтому просто из-за кулис представьте, что это голос за кадром. Я объявляю один из самых любимых моих выходов в конкурсе красоты. Это выход в купальниках. Ваши аплодисменты нашим участницам и двум замечательным сотрудникам нашего сумского ЖД вокзала, ребята, которые опытные носильщики, сегодня носят самый ценный груз, пожалуй, в своей жизни. Madura.
Аплодисменты нашим очаровательным участницам. Дорогие друзья, вот сколько раз объявляю этот выход по памяти, это различные конкурсы красоты, и всегда констатирую, знаете, про себя факт, что... Це, певно, що був самий складний, напевно, вихід, та як тобі? О, знаєте, я зараз в такому емоційному стані, зараз 5 хвилин я відійду, і думаю, все добре. Антракт. Після трьох виходів дівчат у різних вбраннях глядачам дали змогу перепочити від сумської краси. Ну а у нас є змога розпитати у них, хто з конкурсанток сподобався більш за все. Як ви можете оцінити сьогодні дівчат з чоловічої точки зору? Гарні? Ну, з моєї точки зору, конкурс краси – це завжди краса. Конкурс молодості, красоти. Сьогодні дуже чудові конкурсанти. Ми завжди відвідуємо цей конкурс, так як наша донька приймала участь раніше в цьому. Тобто дуже приємно, що такі конкурси проходять, особливо в цей час, коли сьогодні такі складні умови в державі, то це красота завжди врятує світ і переможе найкраще і гідно представить їх нашу Сумщину на міс України. І я думаю, що також будуть шанси на перемогу. А вам як, з вашої точки зору, хто гарніший, можливо? Можливо, є фаворитка вже сьогодні? Фаворитка є, але ми подождемо до кінця конкурсу, а взагалі за молодість, за красоту, за саме найкраще в нашій державі. Я знаю, що ви тато, так, однієї з конкурсанток. Скажіть, як ви сьогодні почуваєте себе, хвилюєте? Ну, ви знаєте, ви таке хвилювання, да, всі дівчата дуже, дуже гарні, да, і вибрати, щоб, ну, звичайно, що я переживаю за свою дитину, але дуже, дуже підібрано, я не знаю, чи режисура, чи от, знаєте, як от, всі однакові. І тому бажаю всім, да, щоб всіх ті бажання, які ведучі проводять, щоб вони здійснились. Да. Як вам сьогодні з чоловічої точки зору? Як конкурсантки? Гарні? Ну, дуже гарні. Можливо, є фаворитка у вас? Є. Єлена Хряпіна. А я подруга, так? Ми вже зустрічалися. Ну, як оціниш свою подругу сьогодні? Ну, дуже красиві вони, ну, в звичайному житті вона теж красива, але сьогодні вони надзвичайно гарні, особливо вихід у купальниках був дещо, ну, так. Просто, ну, те, що бачиш на пляжі, це зовсім інше, те, що бачиш тут, це якось по-другому виглядає. Скажи, як ти сьогодні, нервуєш за Настю? Ну, звісно, болію за Настю. У нас сьогодні велика компанія прийшла за нею, болеємо, всі підтримуємо дружно. Надіємося, дуже надіємося, що вона побідить сьогодні. Як ти думаєш, гідно вона виступила сьогодні, вийшла на сцену? Так, да, поки що все дуже, навіть хорошо і отлично, замечательно просто. Скажіть, будь ласка, зараз хвилюєтеся за свою доньку? Вже скоро їй на сцену йти. Ну, как вам сказать, я, конечно, волнуюсь, я переживаю, но я, в общем-то, уверена в том, что она у меня умница, и у нее все получится. Як вам сьогоднішня конкурсантка? Ви знаєте, з кожним роком все краще і краще. Я вже знаю дуже багато років конкурсанток, знаю цей конкурс, він дуже такий знаковий для міста Суми. Тому можу сказати, що сумчанки в нашому місті тільки стаються гарнішими і гарнішими. А як вам сьогодні подобаються дівчата? Дівчата чарівні. Сумські дівчата найкращі. Можливо, є фаворитка, за когось вболіваєте, когось прийшли підтримати сьогодні? Ні, ми ще не можемо визначитись. Я очень довольна. Конечно, девочки шикарные, особенно когда у них есть прическа, есть макияж. И плюс у них есть энергетика вот эта, которая заряжает. Они со сцены, если раньше они просто ходили, девочки на каблуках, то сейчас они улыбаются, они смотрят, они зажигают, и они ждут зрительских аплодисментов. За якими критеріями ти будеш оцінювати і визначиш, можливо, для себе головну міс?
Ну, во-первых, я себе выберу три человека, которые станут лицом следующей коллекции моей. Это блистательный, я считаю, старт модельной карьеры, потому что будет профессиональная съемка сделана. Их снимки будут размещены на бигбордах самых больших городов Украины. То есть я выбираю красоту немножко другую, не модельную. Модельная красота склонна к минимальным пропорциям фигуры, то есть минимальным размерам. Мне нравится, наоборот, когда девушка округлая, когда у нее есть талия, бедра, гитара, грубо говоря, вот так вот. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями особисто для себе будете оцінювати сьогодні конкурсанта? Ви знаєте, дуже тяжело бути членом жюри, тому що дійсно сьогодні ми побачили, що город Суми і наші дівчатки самые красивые, обаятельные, женственные. По яким критеріям? Само собой, это красота, грація, фігура, як ведуть себе на сцені, то есть обаяние, как бы, ну, вот эти главные критерии. Ну, я вам честно скажу, очень тяжело быть членом жюри. Каждый раз заикаюсь, что не буду. Дамы и господа, встречайте наших участниц и коллекция свадебных платьев «Свадебный салон Царица». Oh.
И ваши аплодисменты. Наши очаровательные участницы. Боже, как они прекрасны в свадебных платьях. Дорогие друзья, заметьте, каждая из них хотела, собственно говоря, создать большую дружную семью и, конечно же, попутешествовать. Вот, поэтому, ну, собственно говоря, наряд невесты они уже примерили и, надеюсь, с удовольствием. Вот, ну, а сейчас, конечно же, хотелось, чтобы вы еще раз и еще раз подарили аплодисменты, потому что они просто блистательно великолепны. Ну, и сейчас именно мне опять выпадает эта не совсем почетная миссия огласить финалисток, тех девушек, которые продолжат в дальнейшем борьбу за звание «Мисс Сумы 2014». Ну и, соответственно, поблагодарить под ваши аплодисменты всех остальных участниц, которые сегодня блистали на этой сцене. Итак, дорогие друзья, внимание, приготовились. Все вдохнули и выдохнули, собственно говоря, и я тоже. И объявляю наших финалистов конкурса «Мисс Сумы 2014». Итак, в финал у нас попадает участница под номером 13. Павленко Дана, ваши аплодисменты. Также мы приветствуем в финале участницу под номером 9, Чернышову Аню. В финал у нас попадает участница под номером 7, Резенко Илона. Также с большим удовольствием я объявляю участницу под номером 5. Солдатенко Дарину. Участница под номером 4. Хряпина Лена. Просто я вот думаю, как-то нужно нам чуть-чуть сделать шаг в сторону, девушки, потому что у нас еще одна участница. Я думаю, что ей нужно тоже где-то поместиться. Вот, можно сюда, да. Дорогие друзья, ну и, наконец, 6-я финалистка, которую я сейчас объявлю. Это участница под номером 10. Пархоменко Женя. Вот они, очаровательные участницы и финалисты. Финалистки конкурса «Мисс Сумы 2014», дорогие друзья. Но несмотря на все это, конечно же, мы еще раз поражаем аплодисментами наших очаровательных участниц, которые сегодня принимали участие. Давайте проведем аплодисментами, потому что, конечно же, девчонки немного переживают, немного волнуются. Такие трошки розчаровування, так. Дівчата, скажіть, будь ласка, Катю, ні, Марин, як ти себе почуваєш зараз? Нормально. Хотіла потрапити, певно, в фінал? Звісно, хотіла. Розчарована? Да. Добре, дякую. Хватить, давай, для хто прийшов. Юль, скажи, будь ласка, що зараз почуваєш ти? Чувствую, наверное, расслабление, потому что не вышло финал, плохо, но терпимо. Ничего, на этом мир не заканчивается, будет еще очень много конкурсов, я еще себя покажу. Дорогие друзья, ну сейчас один из самых любимых моих конкурсов, девчонки, это конкурс вопросов-ответов. Знаю, что всегда, вот сколько ни проводил эти конкурсы, всегда девушки просто потрясают своей эрудицией. Вот, собственно говоря, когда-то мы проводили небольшой конкурс, тест на оценку уровня IQ. То есть первый вопрос был такой. Вот я говорю, сейчас объявляю конкурс на оценку уровня IQ. Объявил, и первая же девушка не ответила, а мне задала вопрос, а что это такое? На что жюри сказала, тест окончен. Но это шутка, на самом деле времена меняются, и девчонки действительно сейчас нам расскажут все о путешествиях, о любимых блюдах, ну, собственно говоря, обо всем на свете. Итак, дорогие друзья,
Первый вопрос, надеюсь, простой, доступный и не каверзный, задает замечательная, добрая женщина, добрая мама. Любовь Алексеевна Никонова, пожалуйста, ваш вопрос нашим участницам. Я думаю о том, что, милые дамы, которые стоят на сцене, я задам вам вопрос один. Часто ли вы смотрите телевидение? Задаю вопрос всем. Часто. А отличный вот... ответ. Спасибо, Любовь Алексеевна. Огромным. Супер. Молодцы. Но это же не, это еще был вопрос, только разминка. Я хочу задать вопрос девушке под номером 5. Скажите, пожалуйста, как часто вы смотрите телевидение? Теперь конкретно вам. Это уже супер игра, то есть вопрос, ответ должен быть развернутый. Знаете, вот, то есть в нем должно быть подлежащее, сказуемое, ну вот как-то вот так. Участница под номером 5, это вы, да? Ну что, как часто ты смотришь телевизор? Ну, продолжу, да, Любовь Алексеевна, какие твои любимые передачи там? Абсолютно точно. Да, пожалуйста. Ну, я смотрю телевизор недостаточно уж часто, но... Достаточно, ну, для меня, точнее, простите, волнуюсь. Ничего страшного, так бывает, да. Когда включаешь телевизор, и волнуются не только вот в твоем возрасте, волнуются и все присутствующие, когда смотрят программу «Время», что происходит вообще в мире. Давай. Из-за учебы, конечно, у меня есть только время вечером, и поэтому я стараюсь, ну, как бы смотреть новости, конечно же, ну, и, конечно, музыкальные каналы, под которые можно там танцевать возле зеркала. Вечером, да? То есть, ну, да, ну, знаешь, как, ну, аплодисменты, что можно сказать, да? Ну, и тогда мы продолжим наш блиц-турнир. И скажите, пожалуйста, кто для вас на сегодняшний день на украинском телепросторе есть звездой? Ну да, кто звезда? Возможно, это кто-то из ведущих, может быть, кто-то из артистов. Подумай, это сложный, сложный вопрос, да. Ну, видишь, тебя можно позавидовать, Дарин, потому что, ну, немногие сейчас, посмотрев новости, включают музыкальный канал, чтобы потанцевать. Некоторые бегут на холодильнику, чтобы скорее поесть и загасить стресс. Ну, давай все-таки о телезвезде. Любимая телезвезда — это... Я считаю, Оля Фреймут. Ну, тут без комментариев, да. Здесь у нас с тобой расходятся мнения. Вот, спасибо, Любовь Алексеевна, спасибо. Дарина, следующий вопрос у нас задает кто? А кто у нас задает следующий вопрос? Дизайнер Ольга Ширай. И, пожалуйста, торговая марка Мадам Шери. Мадам Шери. Мадам Шери, да. Вуаля. Девочки, у меня вопрос, конечно же, относительно одежды. Какой стиль в одежде вам импонирует больше? Или как бы вы хотели выглядеть, достиг определенных высот? И почему? Кто хочет ответить добровольно? Ну, давайте по очереди. Хорошо, да, тогда по очереди. Ну, ты понимаешь, что правильный ответ — это, конечно же, мадам Шери, это лучшая одежда. В ней я чувствую себя очень прикольно. Уверенно. И дальше, конечно же, у тебя будут только правильные оценки. Вот, пожалуйста. Ну, давай начнем по очереди. Итак, какая одежда тебе нравится и в какой одежде ты себя чувствуешь комфортно? И почему? Это уже супер игра. Давай. Добрый вечер. Мне очень нравится стиль одежды casual, потому что именно в такой одежде я чувствую себя комфортно, так как это модная одежда и удобная в то же время. Также этот стиль сочетает в себе разные, такие как business casual и sport casual. Ответ полный, спасибо. Я даже смотрел... Может быть, где-то бегущая строка, просто так связано, необычно. Я, можно, пройду, да, вот так вот, чтобы не наступить на дорогие платья, вот, дешевыми туфлями. Пожалуйста, твой ответ. Ну, а вот лично мне нравится классический стиль одежды, поскольку это, мне кажется, очень модно и всегда будет актуально. То есть классический — это что, классические платья или классические брючные костюмы? Ну, классика — это классика, она вечна. Согласен, да. Хорошо. Ну что, ну у тебя уже ответ, в принципе, да, готов, да? Поэтому давай.
глядя в глаза замечательной девушке в венке, говори. Добрый вечер. Я, как девушка, люблю быть разной. Все зависит от места, куда я направляюсь. Ну и, конечно же, от моего настроения. Но так как я студентка, все же я предпочитаю стиль casual, так как он очень удобен, я считаю, и практичен. Отлично. Вот. Пожалуйста. Ну что ж, вопрос тот же. Твой вариант ответа. То есть одежда, ну, casual, потому что это практично, и ты студентка тоже, да? Пожалуйста. Добрый вечер. Для меня лучше всего стиль, также классика. Как сказала Дарина, она всегда вечна. Понял, классика, она вечна, да? Хорошо. Ваш ответ. Здравствуйте, всем добрый вечер. Я хотела бы немного, наверное, повториться, потому что определенного стиля одежды я не ношу. Все зависит также действительно от места, куда человек направляется, от обстоятельств, от настроения. Но в основном я ношу такой молодежный стиль, но могу также носить все, начиная от спортивных костюмов и заканчивая классикой, военной формой. Классикой военной формы. Хорошо. А спортивные костюмы вы часто куда надеваете? Я посещаю тренажерный зал, поэтому спортивные костюмы являются частью моего гардероба. Я понял. Хорошо. Отлично. Так, ну и следующий ответ. Мы сейчас... Такой ужас в глазах вижу у девушки. Давайте подарим аплодисменты. Вот именно она сейчас ответит правильно. Исполнит все-таки торговую марку «Шери». И получит наивысший балл в этом ответе. Давай. Добрый вечер всем. Мне по духу больше всего, наверное, стиль гламур, меха, драгоценности, шикарное платье. Но так как я студентка, я ношу спортивный и повседневный стиль. Молодец! Браво! А, собственно говоря, как и я. Копил, да, на новую машину, и когда встретились на пятаке возле Монти, все спрашивали: Саня, ну почему санаторю? Вообще хотел S Mercedes, да? Вот, но денег пока только на санату. Вот, поэтому отлично. Ну что ж, я думаю, меха, да? Меха — это зачет. Меха, стиль лакшери, все эти Жан-Франко Ферре, то все, да. Ну, а потом просто одеваю футболку с названием «Дольче Габбана», причем написано неправильно, вот, и иду на пары. Дорогие Александр, друзья. У нас есть еще вопросы от членов жюри. Один вопрос одной девушки. Конкретный вопрос. Конкретный какой-то конкретной вопрос, девушке. Который они успели придумать. Тогда, да? Тогда задает кто? Конкретный пацан Сергей Колесников, да? Ну, хорошо. Пожалуйста, да. Замечательный, вопрос популярный задает, фотограф. Да, фотограф Сергей Колесников. Обладатель «Хрустальной совы», отдельные аплодисменты. Добрый он вечер тоже всем. Из клуба знатоков. Вы знаете, я немножко растерялся, кому задать вопрос. У меня два любимых числа, 13 и 5, поэтому, ну, скорее всего, ближе 5, наверное. Скажите, пожалуйста, какие жанры фотографии вы знаете? Какие жанры фотографии вы знаете? Ну, это такое, это ты понимаешь, да? То есть это как на экзаменах, тянут. Одних и заваливают других, понимаете? Поэтому, ну что, начинаем, да? Готово. Слушай, Сережа, какие жанры фотографий вообще есть? Пейзаж, натюрморт, портретное ню, макросъемка, в разные тематические виды фотографий. Вот так, дорогие друзья. Макро, ню, то есть для непосвященных, я думаю, да? Или все понимают, что такое фотография в стиле ню, да? Ню — это когда ню-ню, а хочется, да. Так, и номер 13, пожалуйста. Какие виды фотографий вы знаете, ну и какие вам нравятся? Я так понимаю, ну, глянцевые, да? В мехах, в соболях и в дорогих колье, в бриллиантах. Хорошо. Ну, начинаем, да? Да. Я знаю такие виды фотографий, как пейзаж, натюрморт, ночная съемка, уличная, ню, студийные фотосессии, свадебные и другие.
Репортажная еще и съемка. Репортажная съемка, да. И на всех этих съемках я хотела бы быть в мехах, соболях и бриллиантах, да. Отлично, хорошо. Еще один вопрос, да? Да, у нас еще вопросы от других членов жюри. Кто у нас еще? А кто дальше, да? Да. Дорогие друзья, ну, поскольку все девушки говорили о том, что кроме мехов, соболей и всего остального, им очень хочется путешествовать, то я думаю, что логически правильно будет услышать вопрос от замечательного директора компании Join Up, очаровательной Юлии Сидоренко. Вот. Аплодисменты Юлии. И, внимание, вопрос. Во-первых, всем добрый вечер. Поскольку я являюсь директором туристического агентства Join Up, и вопрос, соответственно, у меня тематический. Милые девушки, какие вы знаете исторические места в мире, часто посещаемые туристами, и какие из них хотели посетить именно вы? Так. Вопрос не конкретно к девушке, может, кто-то хочет ответить самовольно. Начнем наоборот, да? Спасибо. Так, ну, какие исторические места вы знаете, которые наиболее посещаемые туристами, и какие хотелось бы посетить именно вам, пожалуйста. Надев соболя, меха и бриллианты, я хотела бы... Посетить, больше всего я бы хотела посетить плачущую стену в Иерусалиме и оставить нам свое самое драгоценное желание. Самое драгоценное колье, понятно. Да, это все примут. Хорошо, спасибо, пожалуйста, ваш ответ. Я бы очень хотела посетить, это вообще моя самая заветная мечта, наверное, это Стамбульский дворец Топкапы, в котором обитали такие очень великие люди. Это была огромная империя, этот дворец наполнен большими такими историями вообще, и это нереально красивое место, это моя мечта. Я понял. И именно там вот снимали тот турецкий сериал, который вот сейчас идет на телеканале 1+1. Вот. Дорогие друзья, ну хорошо, то есть Стамбул, да? Стамбул, дворец Топкапы, да? Так, вам хотелось бы побывать где? И вообще, например, если бы вы не хотели бы там побывать, вообще какие исторические места и исторические центры наиболее посещаемы студентами, допустим, на каникулах? Возможно, это ближайшая Польша, Краков, Львов. Это же может быть и наша незалежная ненька Украина, правильно? Но больше всего я хотела бы посетить Венецию. Я считаю, что это самое романтическое место в планете. А из самых посещаемых мест студентами, это, наверное, Львов, как вы сказали. Наверное, Карпаты, если зимой ехать. Думаю, очень хороший отдых получается. Отлично. Ну что ж, аплодисменты. Действительно, Львов замечательный город. Рекомендуем всем его посетить, правильно? Вы были во Львове? Нет, но я очень хочу тоже поехать туда. Отлично, хорошо. Я думаю, что мечты сбываются. С компанией Join Up именно путевку во Львов мы точно вам сможем организовать и просто подарить на память. Об этом конкурсе следующий ответ у нас будет очаровательной участницы под номером 4. Пожалуйста, какие наиболее посещаемые места знаете вы? Я думаю, ни для кого не секрет, что самыми известными местами есть Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме, Ниагарский водопад, Большая Китайская стена. Но я очень мечтаю побывать в Париже, и поэтому я бы хотела бы посетить Эйфелеву башню. Вау! Ну что можно сказать, да. Я надеюсь, что вам обязательно повезет, и вы обязательно побываете в Париже. Ну что ж, где бы хотели побывать вы? Я тоже хотела бы побывать в самом романтическом городе планеты нашей, в Париже. Девушка говорила, что самое романтическое место – это Венеция. Ну, а для меня – Париж. Отлично, хорошо. А кроме Парижа? Париж. Отлично. Ну что ж, где хотели бы побывать вы и какие исторические места, кроме Китайской стены, Эйфелевой башни, Ниагарского водопада, знаете еще вы? В мире есть очень много разных мест интересных, где можно было бы побывать. Но из самых известных, посещаемых туристами, я знаю, пирамиды в Египте, Колизей в Риме, также Пизанская башня. В городе Пиза, кстати, находится. Кроме того, существует еще Биг Бен в Лондоне, где бы я и хотела побывать.
Отлично. Ну что ж, аплодисменты. Я думаю, исчерпывающие такие ответы. То есть, да? Следующий вопрос у нас. Один конкретный человек вот с прической, которую назвали на конкурсе перукарского мастерства «Майдан», вот, задает вопрос абсолютно всем участницам. Это Сергей Зима, его прическа «Майдан». Аплодисменты Сергею Зиме. Здравствуйте. Вопрос короткий. Можете ли вы изменить цвет волос ради съемки, например, в рекламе? Кардинально изменить цвет волос ради съемки в рекламе? Или вы принципиально? Я думаю, я смогла бы изменить цвет волос, но все зависит от гонорара. И это правильный ответ, дорогие друзья. Аккуратненько, давай, да. Могла бы ты стать блондинкой? Ну, на пару дней, на дни съемки смогла бы. Вот недавно, например, у меня был чемпионат, я была моделью, и мне пришлось покрасить брови в белый цвет. Брови в белый цвет? Да. Хотелось бы узнать гонорар, дорогие друзья, да. Вот, скажи, пожалуйста, могла бы ты изменить цвет волос, например, в какой-нибудь, ну, сиреневый, авангардный, скажем так, ну, и, собственно говоря, потом же очень тяжело вернуться обратно в свой натуральный цвет. Итак, могла бы или нет? Я думаю, я бы смогла сменить цвет волос, но все бы зависело от того, для чего эта реклама снималась и с какой целью. Понял, хорошо. Пожалуйста, могла бы ты стать брюнеткой? Я думаю, запросто, но если в какой-нибудь другой цвет, например, зеленый, фиолетовый, то нет. Точно нет. Ни ради какого гонорара, ни ради каких целей, да? Есть парик. Понятно. Оказывается, Сергей, есть парик. Пожалуйста, могли бы вы перекраситься? Я бы смогла, наверное, перекраситься в любой цвет ради продвижения в модельной карьере. Это очень важно. Если хочешь стать известным, публичным человеком или добиться чего-нибудь, нужно всегда рисковать. Вот так, дорогие друзья. Вот, аплодисменты. Вот она, мисс целеустремленность, я бы сказал. Так, пожалуйста, ну что? Могла бы ты перекраситься и выглядеть как-то необычно в бриллиантах, соболях и одежде лакшери, пожалуйста. Вы знаете, таких предложений еще не поступало, но я думаю, что я бы смогла изменить цвет. Смогла. Что ж, аплодисменты девчонкам, молодцы. Молодцы, что можно сказать. Девушки, все. Вопрос сегодня знатокам на сцене, нашим очаровательным участницам, задает обладательница «Хрустальной совы» клуба «Что, где, когда» Светлана Аксенчук, генеральный директор компании «Профилайн Косметикс» и эксклюзивный представитель «Эстель Профессионал» Сумской области. Пожалуйста, внимание, вопрос. Добрый вечер. У меня чисто вопрос профессиональный, индустрия красоты. Как вы думаете, для чего проводятся конкурсы красоты? Как на КВН, кстати, да? Итак, для чего, по вашему мнению, проводятся конкурсы красоты? Для того, чтобы... Конкурс красоты — это прежде всего яркое шоу. Он проводится для того, чтобы подарить положительные эмоции всем зрителям. Вот так. На всякий случай, для информации, по вашему мнению, конкурс красоты для чего проводится? Чтобы порадовать себя и других. Это вы говорите как участница, да? Чтобы порадовать себя своей красотой и вас, собственно говоря, порадовать этой же красотой. Хорошо. Ну, вы как считаете, зачем проводятся конкурсы красоты? Я считаю, что конкурсы красоты проводятся, чтобы девушки смогли раскрыть весь свой потенциал. Они служат очень хорошим толчком для дальнейшего своего развития. Блестяще. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну, а вы считаете, что конкурсы красоты проводятся для чего? Ну, чтобы девушка себя почувствовала не просто красиво, а просто божественно. Вот так. Но есть такие даже у нашего партнера компании «Швидкодруг». Замечательные аплодисменты компании «Швидкодруг». Футболки, там так и написано «Богиня». Вот, дорогие друзья, следующий вопрос и следующий ответ, пожалуйста.
Я считаю, что конкурсы красоты проводятся для того, чтобы, ну, естественно, для начала выбрать самую красивую девушку города, страны своей, в конце концов, мира, вселенной, чтобы выбрать идеал, тот эталон красоты, на который все девушки смогут равняться, чтобы пробовать себя опять-таки, попасть, к примеру, на тот же конкурс красоты, раскрыть себя, показать. Вот так. Что, аплодисменты. Ну что ж, но конкурсы красоты, на самом деле, по мнению участницы под номером 13, проводятся для того, чтобы могли увидеть вот таких красивых девушек и, собственно говоря, сделать определенные подарки. А это? Для конкурсы красоты проводятся для того, чтобы показать, что внутренняя красота девушки не менее важна, чем внешняя. Когда она выходит в соболях, бриллиантах и так далее. Аплодисменты, дорогие друзья, блестящие ответы, умнички, что можно сказать? Наташа, ну, по-моему, все, да? Девушки, мы вас провожаем под аплодисменты, вы готовьтесь к следующему выходу, надеемся, что и во втором отделении, конечно же, мужчины ожидают только одного, это выход в купальниках, вот. Но, к сожалению, его не будет, да? Вот. Ну, а мы провожаем девчонок аплодисментами. Спасибо огромное. Я вас вітаю, що ви зараз не хвилюєтесь, не відповідаєте на ті каверзні запитання. Як настрій у вас? Одне... Чесно? Хорошо. Да. Ми нічого... Ну, є, звісно, капелька розстройства, але це було настільки прекрасне шоу. Ми отримали море положительних емоцій, і воно ще не закінчилось. Ми зараз будемо виходити ще раз. Ну, ми раді за дівчинок, які пройшли в фінал. Звісно, немного гірчина, але так все хорошо. Майбутнє. Яке у вас майбутнє? Що вас чекає попереду, на вашу думку? Ну, далі чекає учоба. Все, як і було раніше. Мені здається, нічого не помінялось. Скажи, ну, я бачу посмішку. Є у тебе, да, все ж таки. Як ти себе почуваєш? Хороша. Не думаю, що повинна була б стояти зараз на сцені. Хотілося б, звісно, але дівчинки всі достойні. Ну, зараз з великим удовольствием хотілося б представити вашому вниманню замечательну колекцію французьких платьев «Мірашель», любезно предоставленную бутиком «Любава», дорогі друзі. І так, пожалуйста, «Мірашель» і вихід наших учасниць, ваші аплодисменти.
Дорогие друзья, еще раз давайте подарим аплодисменты нашим очаровательным участницам. Вот они, красивые, очаровательные участницы проекта «Мисс Сумы 2014». Ну что ж, у нас уже есть вердикт нашего многоуважаемого жюри. Но, конечно же, мы сегодня еще раз хотим сказать огромное спасибо всем нашим участницам, всем девчонкам, которые приходили на репетиции, всем, кто верил в себя, всем, кого поддерживали, замечательные болельщики, группа поддержки, родные, близкие, всем, кто нам подарил замечательный праздник весны и красоты в это столь нелегкое для нашей страны время. Ну и, наверное, собственно говоря, вот с этого конкурса наверняка мы почувствуем, что все-таки весна пришла, и все у нас изменится, конечно же, в лучшую сторону. Ну а для вручения лент нашим финалисткам и нашим победителям приглашается победительница конкурса «Мисс Сумы 2009» Леся Варениченко и вице-мисс 2010 Алина Ермак. Аплодисменты нашим королевам и мисс. Дорогие друзья, итак, пятая вице-мисс, почетное звание, пятая вице-мисс конкурса «Мисс Сумы 2014» получает участница под номером 10 Пархоменко Евгения. Звание четвертой вице-мисс у нас получает участница под номером 5. Солдатенко Дарина. Звание третьей вице-мисс у нас получает участница под номером 13. Павленко Дана. Вторая вице-мисс, участница под номером 7, Резенко Илона. Дорогие друзья, и у нас получается две вице-мисс, да? Нет, две финалистки осталось, две финалистки. Одна из них станет обладательницей титула «Мисс Сумы 2014». Соответственно, вторая получит путевку от туристического агентства «Join Up» и станет обладательницей титула «Первая вице-мисс нашего конкурса». Итак, первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Сумы 2014» становится участница под номером 9 Чернышова Аня. Дорогие друзья, ну и, соответственно, как многие, наверное, уже догадались, обладательницей титула «Мисс Сумы 2014» становится участница под номером 4 Хряпина Лена. И фото на память, корона. Вот они, наши красавицы, вот они, наши финалистки, вот они, наши умницы. Мы благодарим всех за внимание, благодарим наших партнеров, друзья. Ну а заветную путевку вручает директор компании Join Up Юлия Сидоренко. Ну что ж, Юля, скажи, пожалуйста, интересно, можно не открывать интригу, куда поедет, главное, когда.
Это тур в Европу, 4-дневный тур в Европу. Я думаю, ты получишь огромное удовольствие, посетив самую замечательную страну, о которой ты мечтала. Пожалуйста, это тебе. Поэтому аплодисменты, аплодисменты нашим партнерам, аплодисменты нашим участницам. Леночка, я тебе від цієї душі вітаю з такою перемогою. Як ти себе почуваєш зараз у цій короні? Чесно говоря, я не ожидала, правда. От чесно говоря, я не ожидала. Ще є дівчинка, це вам, поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Мені дуже... Подождіть, ми зробимо ровно корону. Поздравляю. Спасибо большое. Як ти думаєш, чи зміниться твоє життя після перемоги на місцу? Я думаю, зміниться моя життя. Конечно же, когда ты мисс Сумы, чувствуешь себя как-то совсем по-другому. Спасибо. Спасибо. Спасибо півтора місяця невпинних тренувань, і одна з 18 конкурсанток таки отримала заповітну корону «Міс Суми 2014». Тепер на Олену чекає ще більше хвилювань, ще більше репетицій вже на київському конкурсі. Вона братиме участь у 24-му національному конкурсі краси «Міс Україна-2014» вже 30 березня у Палаці Україна.